соблюдай правила. Шумахер. А здесь вот машина, да? Это здесь это магазин, да? Да, да, сейчас мы заедем. Мы должны посмотреть, потому что у нас машина уже старая, ее надо уже менять. Так, тут я пролезу. Ну что такое тут? Дядя, ты мог бы куда-нибудь другое место своим мотом? Хундай. Мотом поставить. О. Нету места. Да нет. Нет, вот тут есть. Везде есть место. Так, сейчас посмотрим, что он тут не есть. И, типа он меня так это передразнивает, посмотрим. Все равно у тебя не так получается. Пойдем. Вот как раз мы в этом магазине покупали эту машину. Что-то она уже у нас ломаться начала. Надо ее менять. Какой красивый люди. 2017, 3 года. Смотрите, вот можно взять в кредит 196 евро в месяц на 5 лет. Еще нашу машину заберут. Ой, на кого похож. Нашу машину заберут и там вычтут. 3000, по-моему, вычтут. Не знаю, сколько. Aquest cotxe va 10.450, però si finances a mi, t'ho deixem en 8.850. Una passada. 8.000, это 8.000. Una passada, un cotxe que vale 27.000 euros. А вообще оно новое стоит 25 тысяч. 25, да. 27 тысяч. Бентисинг, он сказал. 27 27 он сказал. Бентисинг, это 25, Леша. Спорит и все, ведь смотри-ка что. Он говорит, бантисинг, он бантисинг это 25. Круто. Да, надо менять нашу машину, она уже разваливается. Пока она еще что-то стоит, надо ее быстрее. Можно ложиться, потом это все сложить. Да, и можно тут лечь, уезжать. Здорово. Круто, люди. Мне нравится. Ну, так если нету белой, так чего? И черная тоже хорошо. В общем, она так стоит 25 тысяч новая. А он ее продает, ну, она поддержанная немножко. Сколько пробег? 144 тысячи. А сколько ей лет? 3 года. 3 года всего. О, классно. И 8 тысяч. Ну, еще 3 тысячи. Или это он сказал уже с вычетом машины нашей. Не знаю. В общем, 8 тысяч, ну, 5 лет, 196 евро в месяц. Ну, ладно. Без машины люди невозможно жить за границей. Вот такой, это мы уже тут второй раз будем покупать машину. Нашу тоже тут купили, ей тогда было 2 года. И тогда мы заплатили, тоже старую машину отдали, и заплатили 9 тысяч. Но ей тогда было 2 года. А сейчас ей уже 10 лет. Представляете, сколько она у нас лет? Уже 8 лет. Хорошо служила. Вообще замечательная машина. Были очень довольны ей. Вот такая Бенда. Мультимарка Ноус и Акасио. Новые и подержанные машины в продаже. Ну, можем теперь позволить, Илюше,
Зарплата выросла. Хорошо. А это-то у нас выплачено уже как 2 года выплаченное, и поэтому можно следующую взять. А тут все испанцы так делают. Они не покупают машины здесь сразу за полную цену. Все вот так делают. А вам какие нравятся машины? Пишите в комментариях. Ну вот видите, тут совсем и новый. Вот тоже такой же Citroёn. А смотрите, вот такой же, как этот C4 Citroёn. Ну, он, видимо, постарше эта машина. Или она чья-то, наверное? А нет, они все с номерами. Или это тут просто паркинг? Что-то я не поняла. Где, это может просто паркинг там. Сейчас наболтаю. Вот где Акасия. Да, пошлите покатаемся. Давайте прокатим. Такую машину мечтал только. Молодец, молодец, Леша. Сейчас мы на ней покатаемся. Так как эта машина, ну, еще как бы не оформлена, и там этой страховки нет, он сказал, поездить можно вот только там, не по каратере, не по дороге, чтобы, ну, не нарушать правила дорожного движения. Но у тебя грязная, правда. О, круто! Садись. Круто! Марча atrás, eh? Tienes que coger el pivot, eh? Para mí y para adelante. Eso es la marcha atrás. Hostia puta. Смотрите, какой экранчик. А вот тебе, смотри. Вот, пожалуйста, тут навигатор. Ага. И навигатор, ничего не надо психовать. А вот это сенсор дождя, чтобы щетки сами включаются. Ой, тут смотрите вверху, что-то крутит. У нее все здесь в этой машине. Даже можно смотри, музыку втыкаешь вот сюда. Угу. И слушаешь музыку прямо из машины, любую, которую ты хочешь. Вот сюда вот она, видишь? Ага, пендрайвы вон. Стоят. Пендрайв. Посмотри, какое табло у нее. А, ну-ка, включи, будет она пищать. Не, будет агрессивно. Да. Будет пищать? Да, конечно, потому что это тут. Так, подожди, стой. О, руль поправила все по-своему. Era que antes la has puesto, pero no la has vuelto a cerrar. Hasta, la has cerrado. Sí. Ah, vale. Y bailaba. Vale. Ah, eco off. Que se esto es económico. Hacemos autopista, le da, entonces consume menos. No, no sí, экономично, sí. Если быстро едешь по шоссе, да, то она экономит там что-то. Так, пристегнись у тебя. Я не разбираюсь, потому что в машине. Смотрите, вон. И экранчик. Ура! Все, у нас новая машина. А когда ты будешь оформлять ее? Скоро. Я уже сейчас ему скажу, чтобы он приготовил. Он сказал, ревизию тебе сделаю, год гарантии. Но когда я на Пужоль на это приеду, блядь. У нее мотор очень мощный. Она рвет. Это нам сказали здесь кататься. Объясни, почему мы здесь поехали. Потому что у нее страховки нет. Да, чтобы не нарушать правила. Здесь можно покататься. Так, вот здесь где-то я сейчас она дальше поедет, она развернулся. Он мне сказал, прокатись. Видишь, он мне не доверяет, потому что машина-то его. Угу. Вторая, которая, на которой я езжу. Угу. 3 года это хорошо. 3 года и смотрите, уже 8000 стоит. А если покупать новую, она 27, да, стоит? Да потому что эта машина набита всем, чем только можно придумать. Так что люди невыгодно вообще новые машины покупать. Потому что она как съезжает из машины, она уже половину стоимости теряет, да, и так же считается. Да? Сколько процентов стоимости теряет, как только выезжает из машины, из этого... с магазина. Я, в общем, конечно, я придумал. Я не выключи камеру сейчас. Да, датчик доводки на задний ход. О, сражен там. Датчик доводки на задний ход.
Так, вообще-то это так классно, что вот есть этот... Забыл. Навигатор. Навигатор. Потом а слушай, Леша все время психовал, у него все время телефон падал. Сейчас хоть ничего падать не будет. Так, я не забыл. Это у нас музыка. Это Колея, видите, радио. Нет, музыку не включай мне, не надо. Подожди, я хочу проверить. Ну дай, ну. Леша довольный сидит. Я получаю такой кайф вообще. Я понимаю. Я администратор в Киев. Так, старый. Muy bien, coche. Перфекто. Ну, в общем, все. Документы сейчас будем собирать на нее. Ла-ла-ла-ла-ла. Ура, ура. Коричневая. Есть, си-си, мира, есть туда вахо. Нет, а кстати, вот такой носик так нравится, что вот так сделано. Наша машина тоже так же нравится, так вот, такой носик. Ну, вообще, я, конечно, не понимаю ничего в машинах, но раз Леша радуется, значит, нормальная машина. Вот, смотрите, это наша машина, вот она, видите, написано. У Нанью гарантия, один год гарантия. И вот, слушай, 3000 за мою машину дают. Ну, я так и думала, да, что 3000. Ой, кебьен, кебьен. И значит, из 8 800 еще 3000 вычтут. Вообще получается 5 800. О, ля-ля-ля.